яйцо съела, видишь, лежит. А, я поднесла ему. А этот откуда идет? Яйцо съел, я поднесла. А Мудик съел яйцо? Да. Он не стал есть. Зулик не стал, Мудик стал? Да? Да, съел яйцо. А это ему нравится, о, на перине, хорошо. Ему надо подложку какую-то, обязательно, чтобы что-то было. И туда ложиться, и сюда. Ну, Мурзакатан, приятного аппетита тебе. Да, у нас утро, всем привет. Дуралей. Дуралей. Тебя объедают соседские коты, а ты всем все дозволяешь, ешь кашу тогда. Не, он масольчик там, я ему дала. Сейчас поест. Он выбирает, где там повкуснее, ну. Где там чего, кусок мяса? А этот пришел, открыл, а он идет на кухню. Так он и вчера приходил. Ты у нас квартирант. Между дворка. На три дома. Так, у меня там завтрак сейчас сгорит. Междудворник. Междудворник. Вы позавтракали? Скажи, Лена, нет, мы просто перекусили. Давай огурчик, тыковку и морковку. Все сгрызли, вон только морковочки немножко осталось. Сегодня пока еще мы без травки. Знаете, лежит. Лежит. Вчера мы взвешивали вручную. Вот, я взвешивала, и Коля взвешивала, на пузо ему сажала. И оба пришли к выводу, что Яшка гораздо тяжелее. Ты кабанчик, да? Ты кабанчик, пошла к вам. К вам, господи, вам за травкой. А, ты машину моешь, а я бегом бегу. Ну, обмывай. Я поняла. Ладно, подожду Коля, пока помоет. Я уже выскочила. У нас незапланированная... О, на рыбалку вчера ездили. Кошмар. Незапланированная поездка в Лиске. Надо купить, кран сломался в ванной, ну, в умывальнике, в раковине. Так что мы собрались, сейчас поедем, сейчас обмоют грязюку. Вот вчера Коля с Володей ездили на рыбалку, поймали несколько карасиков и несколько окуньков. Ну, Володя забрал, что там делить. У нас рыбка есть в морозилке. И сегодня Володя тоже приедет, поделает дела, он в отпуске. Это брат двоюродный Колин, поделает дела. И во второй половине дня приедет, снова поедут рыбачить. Я с ними не езжу, потому что мне там скучно, там комары, там холодно, погода нелетная. Если бы днем я бы лежала на пляжу, они бы рыбалили, я бы там снимала что-нибудь, смотрела. Это да, но так не получается, как хотелось бы. Товарищ металлист, куда чешет? Ну спроси, если что подвезем. Здоров, Санек, ты домой идешь? А? Садись, туда довезу опять. А ты к Виктору, да? Нет, по делам. Кран накрылся. На раковине кран накрылся. Сейчас песковатку заедем, если там нету, в Лиске поедем. А ты откуда чухаешь? Лиска. Так он в Лиске. Я говорю, откуда идешь, в Лиске взял? Я? Да. Ты от вас почти. От нас? К Сереге. Ну давай. Спасибо. Пока. Я засекла, держит карман, как ты сказал. Придерживает. Едем, едем, смотрим, смотрим. А впереди 51-й регион. Впереди нас едут мумачане. Ну не факт, они могут же, даже если переехать сюда жить, номера оставить, да, в Урманске? Ну да, или с области. Ну, может, с области. Ну, неважно, все равно. Привет мумачанам. Здравствуйте. А у вас краников нет на раковину, вот один, который под воду? А вон, Коль, вот, смотри. Одинарный. Вот, по-моему, 1600. Вот, смотрите, вот есть, вот. Не-не-не, я она сказала такой же, как у нее было. Не, я просто посмотреть, там это. Ну, можно подойти ему, да, или там, а, он снимается. Не-а. Там две трубки. А, все правильно. Две, ну как же, тут горячий, холодный. Горячий, тут без вариантов. Значит, что он? 1500 есть. Вообще. Это двойной. Какой-то. Так. Ну, а, можно на этих два, да. Не, надо вот с этой штукой. Вот потому что мы не себе просили такой, как было, то будут ругать. Поедете купить. А с длинным носом или с коротким? Нет, именно такой. Именно такой. Ага. Все, будем брать. Угу. А я думала, завтра мы за тобой ехать поедем. Это Коля говорил, что я... Кто тебя забрал? Я племяннику позвонила. Он забрал, да? А тут там вот лежу, вот так синеют пальцы и все. А сейчас? Сейчас, не. И морозит, да? Ну, сейчас он повыпил таблетки.
А вот это место, где кололи? Ну, да нет, там это... Зажило? Да, ну, зажило. Не зажило, а побаливает чуть-чуть. Ну, перевязки надо делать, да? Да, там наклеить, видите, нехай, она там еще хорошо держит. А. Вот операция отсюда, там операция. Теперь я узнала, что 2 часа. 2 часа? Подготовка, с подготовкой, все, 2 часа. Угу. Да такая же операция. Кишки прокалывают. Ну, конечно. Над кишками. Всю тебя прокололи. Ну, до почки. Чтобы добраться-то. Ну, да. Ну, все прокололи, все нарушили там по пути к этому. И все, вот да, там операция. Да. Это такая же сложная операция. Конечно. Это же надо его найти. Нет, там. Если худенькие, там, ладно, нет. Ну, слава богу, хоть его вытащили. Угу. У одной поменьше был. Ну, он расколон. Колол его. Угу. Какой-то. Они называют, Лен, я тут же все забыла. Ну, есть о чем мы, может, не медики. Ну вот, а это... А у другой постарше меня на год, у третьей, это на 3 сантиметра. На всю, почти на всю почку. Обалдеть, вот, как в этой булыжник, лоханки, ну. И такой, ты знаешь, вот как щебенка он валяется. Mm. 37 осколков достал. Обалдеть. Это ж какую боль они приносят, эти камни? Она говорит, я там хоть умирал, но она квоту ждала на Белгородской. А Белгородский, да еще и внук это, работает там на скорой помощи, видно. Бесплатно, чтобы, да? Да, да. Я не поставила чайник, я с Клавой это зашла. Включи, привет. Опа, Петровна дома. Да. А я зашла чайник ставить, она такая, Витька, я, о! А я говорю, что это там ворочается. Ну, я у саду был, полол, проколол. Да ничего, нормально. Жить будет. А кто тебе привез? Племянник. Да, некому. Там так стоит, ложись и тебе. Платит деньги. Племянник у меня, он уже там знает все дороги. А там оттуда приезжала, а может, ты ее знаешь, с Кантемировки. И ты дальше еще... Тетя Сура. Клавина, подружайка. А, это, да, я ее знаю. Куришиха. Куришиха. Ага, это она у нас была день целый. Свози меня на водопое, я вспомню, где это. Как заплакала так? Так она 56 лет тут не была на водопое. Я что-то чакан ела и все там. Раньше траву ела. Ну, детство ее прошла. Да, да. Ой, она и плакала, и радовалась, и что только не а это. А я вот она, тетя Шура, а вот она Машкина, сестра, наверное, сестра Машкина. У них же еще была. Не, кто-то был, она вот рассказывала. Шурка и Машка. Сын сидит в тюрьме. Какой сидит, умер 18 лет назад? Так а кто сидит? Он сидел в тюрьме. А, сидел. Умер, его зарезали. Все, нету света? Нет. Все, а я думаю, что печка не включается. Нам вчера позвонили. А, сказали. Сказали до 5 вечера. До 5 вечера. Он от электричества. Зажигай спичками. Сейчас посмотрим грибочки. Вот когда у нас с собой нету ни пакетов, ничего, попадаются грибы. Может. Вот мы сейчас не подготовленные, просто едем мимо. Багажник целый, сейчас нагрузим. Как на сиди, если не есть. В подол, Коль, я платье сниму, завязу. Во-во. Какой комар. А я думал, смотри, какой скрипт. Комарина. Комарина, комарина, ты скажи свое имя. Хлопни. Да я боюсь таких, Коль, лучше его выпустить. Вылетай. Опа! О, все, вылетел. Привет, лук. Привет, лук. Мы к тебе приехали. А где тут я резал, да? Ага, где-то тут был гриб. Или вот там? Нет, мне кажется, вот как раз возле этого дерева, Коль, вот это вот. А, давай походим, я еще земляничник порву немножко. С каждым разом он все пышнее и выше. Потихоньку шушу без напряга. И грибочки посмотрим. Знаете, все белое. Все белым-бело. Коля нашел какой-то коричневый. Возможно, это луговые опята. Сейчас я посмотрю. Они только вылазят. Я должна определить. Я, в принципе, их помню, как они выглядят. Сейчас, Коля, я посмотрю, я определю. А ну-ка. Я-то их хорошо помню. А ну-ка. Вот один в траве. Вот, смотри. Вон, видишь? Да, вот они лезут, Коль.
Ну, дня через два, Лен. Вот, вот они, 100%, вот да, они. Вот, еще один, глянь. Вот, точно, они вот в траве, значит, пошли. Вот, смотри. Значит, пошли. Вот, вижу, да, путики эти, ну, опята плуговые. Вот они, 100%, 100% это они. Еще рано. Они даже грибами пахнут. Они вообще растут полянками, их много-много, прям... Коля в том году или позатом брал и ножом вот так вот срезал вместе с травой. Их собирать это сложно. Вот, а потом мы их дома обрабатывали. Ну что, разведку сделали, ничего мы не нашли. Главное, что уже и опята полезли. Надо приезжать чуть ли не каждый день и глазеть. Они лезут быстро, и сейчас будет потепление. Быренько-быренько должны вылезти на свет. Зато нарвала себе букетик цветочков. У меня два дома стоит, это будет третий. Такого у меня еще букетика нет. Вот такие вот цветочки я первый раз увидела на лугу. И вот эти желтенькие тоже. И набрала земляничника на шушку. Шушить. А я перевезла морских свиночек. Сегодня приезжает. Ну, должен приехать сегодня. Колин, родной брат. Они выехали не так давно с Дивеева. Они были в Дивеево. И я думаю, к вечеру должны добраться сюда. Поэтому свиночек перевожу. Травку сейчас подвину, чтобы удобнее было ходить к зеркалу. И надо что-то приготовить, покушать. Вот у нас где свиньи. Сняла решетку, дала котенку, да? Котенок у меня тут бегал-бегал, выпустила. Но он же убегает, он лезет за холодильник. Вот, поставила решетку так. Свинки даже не пытаются покинуть территорию. Вот это вот их территория, им там не страшно. А когда вот сюда, то получается страшно. Да, там сидим и сидим. Сейчас травки дам еще, чтобы не было соблазна выскочить. Коля кран меняет. Все у нас идет по плану. Так, а что у нас будет в меню? Я достала размораживать ряпушку и форель. Это Коля замаринует на копчение. Наверное, завтра будем коптить. Посмотрим. У меня есть кастрюлька пюре. Я вчера готовила свеженькое. Делаю зажарочку на щи. Щи будут с молодой капусточки. И приготовлю еще плов. Какие вкусные щи получились. Ну, по крайней мере, на мой вкус. В том году я закрывала помидоры, нам давала Нелечка, Володина жена, давыдовские помидоры. Такой обалденный томат! И вот в том году я закрывала. Тетя Клава практически его не употребляла, смотрю. Открыла одну банку. Во-первых, я не могла открыть. Я, наверное, дочь Геракла. Гляньте, колупала-колупала, открывала-открывала. Короче, пробила дырку, вот, добавила в борщец и еще и напилась. Добавила в щи. И вот за счет томатика, конечно, вкус отличается, если бы делать просто с томатом или с обычными помидорками. Так я и в щи добавила, и сама тоже напилась. Все, плов у меня тоже готов. Коля поставил кран, но не подходят те шланги, которые шли в наборе. Старые шланги не поставишь, потому что им уже каюк. Поэтому сейчас поедем, надо купить шланги. Вы только посмотрите на эту обезьяну. Вы только на нее полюбуйтесь. Ой, ты вообще что ли обезьяна обезьянская? Ужас, тебе свобода нужна. Сейчас выведу тебя на прогулку. Чудо ты в перьях, чудо ты мелкая. Вот это карачком ты, вот это ты даешь. Давай, я полы помыла, можешь бегать. Можешь к свинкам заглянуть туда. Не хочешь в гости? А ну-ка, а ну-ка, а ну-ка, а ну-ка. Вы с Тришиком похожи. Леска испугался. Так, так. Что такое? Что такое? Будете спать вместе под боком у кыцы. Да, она теплая. Так, ладно, вылазь. Свинья, кошки не товарищ. Иди гуляй. Что, мамака, пришла, поела? Угу. Нет, не дам я тебе ее, пусть ходит. Вот она так выпрашивает, чтобы ребенка ей дала. Пусть побегает твой ребенок, жеребенок. Теперь к матери надо. Ты определись, что ты хочешь. Гулять или к матери? О, ну на, на. Мне спокойнее, хоть следить за ним не надо, за детем за твоим. Угу. Все равно на свободу надо. Это кошмар какой-то. Это кошмар какой-то. Это не кошка, это...
А я приготовила подарочки. Гостинцы для Саши с Ритой. Вот такой вот норвежский кофе. Его не купить нигде. Вот и в Мурманске тоже его в определенных точках продают. Очень хороший кофе. Потом вот этого вот зайку я его оставила. Вот некоторые игрушки я дарю, некоторые продаю, некоторые оставляю себе. И вот этот зайка у меня пойдет на подарок. На продажу мне почему-то было его жалко выставлять, а на подарок очень даже, мне кажется, хорошо. Такой милый зайчик, плюшевый, мягенький. Я думаю, понравится. Потом вот такой вот мыльца ручной работы. Брошечку, кошечку. Вот такую тоже прикольная кошечка такая. Ну и конфетки. Ура, нам дали свет. Не было света с утра и часиков, наверное, до 4 дали свет. Я сразу смонтировала видео, поставила загружать. Вот, рыбалка, конечно же, сегодня отменяется. Ждем гостей. Володя подъедет все равно в любом случае, хоть повидаться. И на ночь он уедет, там еще у него дела у Неллиных родителей. Но главное, что повидаются. Я уже намыла полы. Коля замариновал рыбу под копчение. Режет, маринует шашлычок. У меня порядок. Кстати, обещала ежика показать, которого я привезла для кафе «Ёшкин кот». Вот он, ежик. Ёнечка, морда страшная. Можете нос как-то подрисовать чем-нибудь, маркером хотя бы. Вот, вот такой вот ёнечка для кафе «Ёшкин кот». Надо будет его на улицу как-то примастырить. Что он тут на столе стоит? Ну все, давай, приглашай ежей на ужин. Вот она, табличка. Моя прошлогодняя, это я рисовала кафе «Ёшкин кот». Такие вот котики, птички, рыбки, зайки. И это вот прям сюда вписывается, да, ёшкин кот? Вы не поверите, вы мне не поверите. Смотрите, кто идет. Ёжик, это что такое? Это какое-то волшебство. Это волшебство какое-то. Я вышла с ёжиком, и вот он тебе, Лена, ёжик, пожалуйста. Пожалуйста. Ты мой хороший, ты даже не по ночи по-светлому приходи. Приходи, мы тебя кормить будем. Вот он, Ёнечка. Вон он полез, 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 полез. Вон он. Вот он, Ёнька. Ёнечка, привет. Ёнечка, холёсий. Приходи, всё. Ну, ничего себе. Ну, вот как? Как это вот? Какими словами это можно объяснить? Это вообще никак не объясняется. Вон он. Вон он, Ёнечка. Калёнечка. Бежишь? Бежишь, нет? Да-да-да, ты ну не уходи, ну побудь в гостях чуть-чуть трошечки. Ну, полез. Ох, Ёнька. Так, надо чем-то их заманивать. Класть еду сюда, поближе к дырке. Я волшебница! Коля, я в шоке просто. Я выхожу с ёжиком. Я выхожу с ёжиком. Ставлю ёжика, ставлю табличку кафе «Ёшкин кот», и в кустах сидит ёжик. Где в кустах? Он за кроватью вылез туда. Да? Ты представляешь? Я в шоке была. Просто в шоке. Я тебе сейчас покажу, я снимала на камеру. Это вечером придумал. Так смотри, они же ночью ходят. Сейчас голодные, может, днем пришли. Сейчас потеплело. Рассказывай, что делал сегодня, чем занимался? Делал. Полил все. Плюхи на тебя. А кучу? Куда поливать, земля-то? Помнишь, подвеки накрыто. Не, накрыто. У меня теплица сделана, парничок. Поднял, полил. Во дворе убрал все. Молодец. Эту крипер завел, вокруг траву обкосил, за сараями обкосил, на сарай сложил, крышу чуть поправил. В этом году не полезу на крышу. Вот сколько дел переделал. Ходил, ходил, думаю, блин, надо под помидоры делать. А то железки нужны. Они короткие, метровые, сделаю их. Пополам железки, туда деревья аж кого, чтоб не гнило, лет на 10 хватит. Ну да, слушай, один раз делать, чтобы каждый год. Я вот метровые поделал, доску распустил, это пыли, грязь во дворе, подмету. Насорил, две сделал так, заготовки есть завтра. Если что, ну, час поварю эти квадраты. Уголок, а здесь квадрат делал. А сюда деревяшку вбиваешь и в землю. Вытащишь. Ну, барабака. Как мы с тобой сейчас играли? Играла с барабакой. Думаю, показать вам, как мы играли. Давай, покажи, как мы играли. Барабака, барабака, барабака. Ты камеру не признаешь. Алло. Барабака. Ну, ничего себе.
Ну ничего себе, ты не артист, да? Мы сейчас с ним так играли, он за ногами за моими прыгал, бегал, скакал. Все, Ленка камеру принесла и не хочет сниматься. Да что ж такое? А нет, буду играть. Буду играть, да? Пробока. Да не смотришь ты на сюда, это не ружо, нет. Не бойся, не бойся. Собака-барабака по улице гуляка. Иди играть, ну. Что, ты не хочешь босса играть со мной, да? Не хочешь, ну, скажи, я на камеру не играю, ну вот. Ну вот, обломчик маленький. Так, и какие наши последние новости? Саша с Ритой, гляньте на эту пятку, приедут поздно сегодня. Вот, Володя их не дождется, поедет ночевать во вторую пятилетку. А завтра, наверное, приедет повидаться, потому что послезавтра ему на работу. Завтра последний день отпуска. Вот, ну завтра еще есть шанс. Есть шанс увидеться, есть шанс приехать. И не муркая, только поела. Ну, наблюдать. Ну, где он? Вот еще один ежик. Тихо. Вот он мой холёсий. Надо его поймать, что ли? Вот он плегоша. Да пусть ходит, пусть привыкает. Чтобы мы его не пугаем, пусть думает, что тут все хорошо и тут кормят. Слушай, а как ты увидела? Да, увидела в окно. С Дуняшкой разговаривала и в окно увидела. Чинож такой. Можешь травку убрать, палку? Да не надо, не надо. Ежик. Лена с ума сошла, бежит, кричит, ежик. Тетя Клава, ежик, да. Это он один и тот же. Он тут такого же размера был примерно. А может, другой. Мы же, Дунь, знаешь, сколько мы долго ждали ежиков? Мы долго их ждали, и тут один пришел. Он какой-то, знаешь, такой смелый. Он смелый, даже нет, он не сильно-то боится нас. Наверное, тот, который. Наверное, который приходил. Ты Ёнечка, ты Ёнечка. Ох и морда. Ёжика нет, забирать не буду, спасибо. Пусть живет здесь. Пусть живет здесь. Ой, в прошлом году по три штуки прям вылазит, подходит близкий. Чок-чок-чок. Ага. Тихо, маленький. Чинёшем своим водит. Так, куда пойдешь? Так, ладно, Дуняха, давай, будем ёжика сейчас это фотографировать тут, пока не ушел. Давай, пока. Пока. Пускай. Это не он, тихо, а он идет. Больше. Пускай еще идет. Один еж. А ну тихо. Идет. Он, наверное, где-то за беседкой. Он слышит, да. Это не тот, это точно не тот. Он крупнее. Он крупнее, не. Боится. Ну вот, привыкай теперь, что у тебя ежи тут в компании. И так будет все лето так будет. Вон он, пошел. К кровати. Вон он. Ну что ты, Ёнька? Ой, батюшки. Там выход. Все, ушел на выход. Вот дырка где у них, под забором. За кроватью. Они в том году за кроватью лазили. А может и тот. Ну, еле пролазит, попа толстая. Все, улез. Козырь. Ну, козырь это же все. Ходи. Смотри, она прикалывает. Разводят. Валет, Бубей. Так, Валет, Бубей. Так. 8 семей. Блин, ну теперь узнаешь, что у тебя есть. 8 казерны. Зачем ты выказал? Ну а как ты по-другому? Валет казерны. Забрал. Туз, а туз. 4 шестерки. Ну, мы валет. Короче, вот я этим и играю. Ой, что ты, радости полные штаны. Не полные штаны. Блин, в зеркало посмотри, почему. Это ты выбрасываешь шестерки и не хочешь держать. Я держу до последнего. Хоть и останусь, но я держу. Ну, повезло. Ой, радости сколько. У меня не радость. Тебе шестерки, Володьке семерки, а вы мне шестерки. Ну давай, будем. Да? Чего? О. Так, кто-то из вас хочет Володя, наверное, повесить. Я как я сейчас завалю. 8. На тебе казарму. Посмотрю, что ты кинешь. Давай, королева. Королева. А что мне, жалко, что ли? Ты должна получить что-то от волки. 6.
Все? Гюльчат? Ну, давай еще. Не дам больше еще. Так, избавлюсь я. Володь, отбивайся и ходи, и вешай ее. Ага. На, короля. Зубом. Ходи сюда. На. А что ты раньше не дала? А шестерок ты берегешь? А... Ты вышел? Да, вышел. Ну-ка, Гюльчатай, что ты делаешь? Да я не смотрю. Я-то вышел. На, короля тебе. Забрал. Нихера себе. На. Две? Что я... Володю наградили. Мне семерка осталась. Вон она кто зажилила. Ну, повесила хоть, молодец. Так. Чего не плачешь? Как, с чего платить? Это мы рядовые, я уже не фрейтор. Я сам с вами командую. Не говори, слушаю. Так. Это умничает. Умничает. Чего я хожу? Пошла. Я хожу. Семь.